Едем, шлепнем одного и уедем. Расплюнуть. Почему? Эдди сказал, это услуга семье из другого города. Незаконченное дельце. Он мне дал конверт с инструкцией. Сказал, все должно быть сделано чисто и непременно сегодня. Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали, и вот только-только нашли. И боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Ну, значит, заслужил. Погоди-ка. Это значит, он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны, верно? Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то еще. Ладно. Тут сказано, надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнее. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу продавал, понятно? Да. Ты что, меня за идиота держишь? Ну, тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. Если вы не поняли, дорогие друзья, это один из офигенных моментов, который присутствует в «Мафии 2». Если вы не поняли, но я думаю, фанаты старой «Мафии» уже догадываются, о чем речь. За кем мы едем? И вот я хочу эту отсылку показать вам. Вот. Я думаю, вы сейчас сразу все поймете. Вот. Так что... Как говорится, посмотрим. Я почему сразу не решил записать с того момента, который возле дома, потому что тут был диалог по поводу задания, что нужно делать, что нужно сказать, и почему им дали именно это задание. Тогда бы, ну, то есть не потерян смысл. Вот как-то так. Вот. Мы уже скоро подъезжаем. Да, мы уже почти подъезжаем. Что надо сказать? Да. Ладно, поехали. Поехали. О, да. Да, ребята, это о том, о чем вы подумали. Концовка первой мафии The City of Lost Heaven. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам привет. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Беги, вон те парни. Понял. Пошел. У нас тут убийство, объект вооружен. Я надеюсь, вам понравилось. Вызываю полицейское подкрепление в Гринфилд. Сейчас, блин. Так что с вами был Денис Кочерга, Казоку Фэмили. Он и правда был под защитой? Эдди славится тем, что любит опускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Чуть не вляпались. Отвези меня в Кингстон, ладно? У меня там машина. А что с деньгами? Да, чуть не забыл. Эдди заплатил авансом. Так что вот твоя доля. Так что надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Всем пока.